Сейчас мы рассмотрим довольно важный аспект подготовки на мешках и любого поединка в целом. Это дистанция, перемещение и защитные действия. Ты должен понимать, что мешок — это статичный снаряд. Он просто стоит, чего в бою не бывает. Противник всегда двигается и перемещается, так что попасть по нему довольно сложно. И для этого нужно чувство дистанции. Просто подойти к мешку и влупить — это дело одно. Так можно выставить силу. Но подойти к противнику, чтобы попасть, дело совсем другое. И здесь нужно чувство дистанции и точность удара. Сейчас я вам покажу наработки, которые можно делать именно для отработки дистанции, защитных действий и перемещения. Все это в основном отрабатывается сериями и комбинациями. Сейчас я буду показывать и параллельно рассказывать, что, как нужно делать. Смотри. Итак, первый вариант — это наработка серии прямой и два боковых жестких на голову. Как мы это делаем? Начинаем с дистанции, да? Первый прямой бросаем на воздух, показываем, что мы не достаем левым прямым, да? Довольно далеко от мешка, 20 сантиметров. Противник расслабленный, да, не ожидает от нас удара. Мы делаем левый джеб на выпаде с левой ногой. И уже красиво, точно достаем. Это движение тебе нужно отработать очень хорошо и молниеносно. Стоишь, показал — нету, и сразу достал. Все четко, быстро — нету, и достал. Дальше, после того, как попал, достал противника левым джебом, сразу делаешь уклон вправо. Подставляешь левое плечо, делаешь уклон вправо от ответного прямого противника. Будет бить он или не будет, это не важно. Твоя задача — пробить джеб и сделать уклон сразу. То есть отвлекать противника. Если он бросает, он промахивается. Если он не бросает удар, он думает, что ты отошел назад, так как он принял удар, да, или ты попал. Он смотрит, уже дальше ударов нету. Он сразу опускает руки для того, чтобы отвечать в ответ. И дальше, после уклона, жестких два боковых сразу, правый, левый. Еще раз прощупали дистанцию, на выпаде достали, уклон, бам-бам, два боковых в голову, все вместе прощупали. Еще раз. Это такая серия как бы разделена на две части. Первая часть — джеб на выпаде с уклоном. Вторая часть — два жестких боковых в голову. Вот отличный вариант для отработки дистанции и защитного действия сразу. Следующий момент. Опять-таки с дистанции прощупали. На выпаде, на подшаге, подскоке делаем два прямых. Опять дистанция. Бам-бам. Двоечку попали, вставили. Противник или закрылся, или сделал уклонный рог, пошел на тебя. Мы сразу после двоечки делаем шаг в сторону, смещаемся на 90 градусов к противнику. Встаем четко сбоку и добавляем лоу-кик по задней поверхности бедра. На мешочке это хорошо можно отрабатывать, да, мешок статичный, как и противник, который закрывается. Противник закрылся, стоит на месте. Мы смещаемся и бьем уже сзади лоуки. И еще раз. Дистанция. И добавили сразу лоуки. С дистанции. Ушли. И лоуки добавили. Обязательно вот этот уход нужно делать прыжком. То есть никаких лишних движений ногами. Сокращаем дистанцию за счет одного прыжка. Да? Пам-пам. Сразу на правой ноге уходим в сторону. Бам, встаем сбоку противника и добавляем правый лоу-кик. Отрабатывайте, это отличное движение, когда двоечку попал и сразу ушел в сторону. Любые ответные удары противника, они будут в никуда, в воздух. А ты уже стоишь четко сбоку противника и можешь ему добавить любой удар, который уже будет максимально эффективен.
Следующий вариант. Начинаем с ноги. То есть дистанция короткая, да, сейчас мы стоим рядом с противником, идет какая-то работа, ты бьешь правый middle kick, попадаешь, сразу делаешь, да, шаг назад, такой отскок небольшой назад, потому что будут ответные действия противника. Скорее всего, это будет тоже middle kick или прямой рукой. Поэтому дистанцию надо разорвать достаточно. Еще раз. Удар. Оп, провалил противника. Только ты его провалил, сразу сокращаешь дистанцию с правым прямым. Бам, на выпаде туда, на левой ноге. Оп, сократил. И теперь делаешь смещение влево. На левой ноге проворачиваемся. Вот, ты стоишь, пробил правый прямой. Правую ногу заносим назад, проворачиваемся на левой ноге. Уходим опять-таки от ответных ударов противника. И добавляем сразу еще один правый middle kick или high kick в голову сразу противнику. Тоже отличная такая вещь. Мы, получается, делаем два защитных действия в этой комбинации. Стоим рядом. Middle kick. Ушли. Прямым. Достали. Ушли. High kick добавили. Такая комбинационная работа. Мы делаем два разрыва. То есть мы бьем, уходим, бьем, уходим, бьем. Получается, ты все время попадаешь, разрываешь, проваливаешь противника. Опять попадаешь, он опять пытается ответить, но ты уже в стороне стоишь. И опять добавляешь. Еще раз. Ушли. Достали. Ушли. Достали. Вот такая работа. Видеокурс «Как эффективно работать на мешках». Узнай убойные комбинации, улучши свою физуху бойца, а также узнай, как можно развивать бойцовский IQ. Ссылка в описании под видео.